Девчонки, держите новиночки. Специально снимаю без фильтров, чтобы вы видели, какие они белоснежненькие. Так, курточка 55 сантиметров, английский ворот. Новиночки, новиночки. Готовимся к зиме и к Новому году. Так, дальше, смотрите, модель 120 сантиметров, английский ворот, прямое пальто. Вот прошу обратить ваше внимание, смотрите, вот эти рыськи, да, видите, какие они шелковые, волосок к волоску, то есть волоски все ровненькие, нету такого прям какой-то очень короткий, какой-то длинный, ну и так далее, и чтобы они торчали в разные стороны, видите, она вся шелковистая, гладенькая. Вот, и она не увеличивает. То есть ты надел вот это невесомое пальто, оно очень теплое, и тебя не увеличивает, твой размер не увеличивает. И вот это круто. Но так же, как вдоль соболя, повторяюсь, каждый год говорю об этом, очень сложно найти вдоль соболь, шит вдоль шкурки, я имею в виду, который не увеличивает тебя. Вот. Дальше. 125 сантиметров длина. Видите, такой шалевый ворот, тонкий. Который также можно вот поставить такую стоечку, да. Вот мне 125 сантиметров, это все в пол получается. 130, пяточки скроет, наверное. Шикарное пальто. Я даже не знаю, что вам говорить про рейсы. Они шикарные. Так, девчонки, ну и держите шедевр. А, смотрите, английский ворот, да, большой, слегка, видите, такой расклешенный рукав, который повторяет силуэт шубы. То есть слегка она такая приталенная, и к низу идет слегка расклешена. То есть это богато в пол, 130 сантиметров в пальто из белоснежной рыси. Вот, вот такая красота. Никакой мороз не страшен. Вот смотрите, вот на это изделие уходит очень много шкурок. Я даже не знаю, сколько, но точно, наверное, 100, может быть, даже 100 с лишним. Так, дальше, смотрите. Следующая куртка идет вот с таким воротом. Вот. То есть такой тонкий-тонкий шалевый, либо стоечка. Вот такая куртка. Не могу. От их прикосновения вот как у меня волосы грубее, чем вот эти волоски. Чем волоски рыси. Смотрите, показываю прям седой-седой соболь. Пятерочка седины. С таким английским воротом. Очень легкое пальто по весу. Вот видите, он прям такого серого оттенка. Хорошее пальто, кстати, такое по силуэту, просто на каждый день узенько. Так, стоимость хорошая у него. Девочки, представляю шиншиллу, не двухсторонняя, вот с рыськой. Мурат из рыси, вот такой жакет. Приятный во всех смыслах слова. И шиншиллу приятно трогать и рысь. Так, прямая курточка из шиншиллы. Вот такого коричневого оттенка. Вот, длинный рукав. Так, вот это тоже новая модель из шиншиллы. Видите? А, такая бело-серый, неоднородный оттенок. А, просто пальто. Комфортно, то есть по ширине очень комфортно.
Так, ну и для очень высоких девочек, вот видите, у меня прям в пол шиншилла. Я думаю, 1,40 м она идет сантиметров. Вот, длинный рукав, длинное и изделие, так что, девчонки, у кого рост, забираем. Шикарный цвет, мягенько. Так, вот это мне тоже очень нравится, соболиное пальто, вдоль шкурочки расположено. Все как положено. Здесь, кстати, длина, ну, такая хорошая, то есть получается она и не длина в пол, по середину икры, либо девочка, если повыше, видите, длинный рукав, то оно будет вот так вот, чуть ниже колена, очень красиво. Так, вот еще курточка какая красивая, легкая, мягкая. Вот такая маленькая курточка вдоль. Ну, маленькая, я имею в виду, там маленький размер. Вот. Так, вот это вот обратная сторона куртки, видите? То есть полноценная соболиная куртка с длинным рукавом, прикрывает ягодицы. То есть тепло в ней очень. И стильно, мото. То есть в Европу полетел на эту сторону, в России на эту сторону. Все очень комфортно, удобно.